Если дует моряна, то клёва не жди. А вот верховой ветер, значит, уйдешь домой с хорошим уловом. У рыбаков свои приметы. На берег Каспийского моря в редукторном поселке Наби Султанбека входит уже полвека. Рыбы наловил немало, и делает это мужчина больше для души. На берег выходим для чего? Чтобы свежим морским воздухом подышать. Получить удовольствие от рыбалки. Естественно, когда вытаскиваешь рыбу, приятно. Какая бы ни была, но все-таки... Раскладной стул, спиннинг, банка с червями и ведро с водой. Вот и весь нехитрый багаж рыбака. Раньше, рассказывает Наби, ловили рыбу специальными закидушками. Сейчас хоть удочки и стали лучше, только вот рыбы в море почему-то меньше. В течение часа можно было ведро полное наловить. А ведро там, ой-ой-ой, по месяцу, там обычно 10 ведро. Сейчас так не бывает, меньше рыбы. Рыбы, естественно, любой меньше становится с каждым годом, потому что и рыбаков больше, и вылавливают только как только не ловят. Рыбачий сезон начинается весной, а заканчивается в ноябре. Ловится в основном тарашка, бычок, реже лещ или шамайка. Поймать живца можно на червяка, креветку и даже вареную кукурузу. Когда кто идет по леске, чувствует, как она дергает рыба, подчекаю и тащу. Не всегда она, правда, попадает. Часто бывает холостая, как в данный момент. Пожалуйста, нет рыбы. Свой спиннинг рыбак собрал сам. Вылил из свинца грузило, а катушку приобрел за 3 рубля еще в советское время. Крючки для рыбы подбирает разные. Например, в июне ловит на 5-й номер, потому что живец мелкий. А вот в августе на 6-й. Рыба идет уже крупнее. Иногда до 7 ноября ловится, иногда... Ну, до начала ноября, иногда до самого конца ноября ловится. От температуры воды самой, скорее всего, это, наверное, зависит. Если когда сильно холодно становится, рыба, естественно, уходит вглубь. У столичных рыбаков на Каспии свое негласное товарищество. Существует и спортивный азарт. Кто больше наловил? Наби Султанбеков уверен, если сегодня рыбы было мало, то завтра ему обязательно повезет. Патима Бурзиева, Рашидат Рашидова, Нариман Алибеков, Мурат Касумов. Время новостей.